нахожусь возле First Class отель. Поснимал немножко, но совсем немножко, потому что особо снимать тут нечего. Территория небольшая, отель не очень молодой, скажем так, но без тараканов. Это уже радует. Сегодня мы отправляемся в путешествие по отелю First Class Hotel. 5 звезд, расположенному в Турции. Это регион Алания, поселок Кыргыджак. Отель находится в 140 километрах от аэропорта Анталии и всего в 30 километрах от аэропорта Алании. Если вы еще не подписались на канал, самое время это сделать. Мы говорим обо всем, что связано с отдыхом, путешествиями и отелями, которые стоит посетить, ну или обойти стороной. Нажимайте на кнопку подписки и не забудьте поделиться этим видео с друзьями, если оно вам понравится. Итак, что мы можем сказать об этом отеле? Великолепное питание, чистейшее море в шаговой доступности, и все это по весьма доступной цене. Возможно, вы слышали, что многие блогеры и турагенты ставят его в топ, куда не стоит ехать. Но мы считаем, что в этом отеле есть свои плюсы. Здесь вас ждут крытый бассейн с подогревом, парная, хамам, все для релакса. Отель работает круглогодично, и вокруг него есть развитая инфраструктура. До центра Алании всего 30 минут на такси или около часа на автобусе. Wi-Fi в отеле платный, а пляжные полотенца выдаются под депозит. Территория отеля компактная, но уютная. Она разделена на 2 корпуса. В главном корпусе вы найдете номера, главный ресторан и бассейн «Релакс». Во втором корпусе расположен активный бассейн с горкой, снэк-кафе, мини-кондитерской и бар. Здесь очень зелено и есть множество милых уголков, где можно расслабиться с напитком в руке. Каждый вечер с 23 часов работает ночной клуб, а для детей в отеле есть анимация, хоть и слегка однообразная. Также на территории отеля есть несколько магазинчиков, где можно купить все необходимое, хотя цены там выше, чем за его пределами. Но не беда, всего в 5 минутах ходьбы находится супермаркет «Мигрос» и небольшой рынок, где можно найти все, что нужно. Пляж у отеля свой, добраться до него можно за 2 минуты пешком через подземный переход. Там есть небольшой бар, а лежаки и зонтики предоставляются бесплатно. Вода в море чистейшая, потому что галька. Но галька комфортная для ног, не очень крупная. Тапочки для плавания не нужны. А что насчет питания? Оно здесь одно из лучших. Все свежее, вкусно и всегда есть выбор. В ресторане чисто и персонал всегда заботится о вашем комфорте. Номера, конечно, не новые, но и не ужасные. Уборка проводится ежедневно, а вода в номерах пополняется. Сейф за дополнительную плату. В номерах все чисто и исправно. Итак, если вам нужен бюджетный отдых, этот отель может стать отличным вариантом. Не забывайте, что цена не всегда определяет качество, и если другие отели слишком дороги, то этот вариант вполне подойдет. Забронировать тур в этот отель можно у меня по этому QR-коду или по ссылке в описании к ролику. А если вам понравилось это видео, не забудьте поставить лайк, подписаться на канал и рассказать о нем друзьям, ведь впереди еще много интересного, так что оставайтесь с нами.